Всем привет! Привет! Сегодня 11 марта. Мы вышли на прогулку. Приехали в Золотой Фазан и будем сейчас прикалываться здесь. Всех видно. Ну вот сейчас. Все, да. Погнали. Погнали. Ну что, Кать, давай. Твой дебют. На роликах научилась сесть на коньках. Я боюсь, что она быстрее. На, ты снимай, я буду ездить. Давай, давай, да. Там включено. Так, так, погнали. Помнишь, как на воду? Да. Они это, скорее всего, коньки это, тупые. Они не заточены. Они вам не скользят. Видишь, проскальзывают всегда.
Молодец. Угу. Ну все, на коньках накатались. Теперь идем в горки гонять. Да, как? Угу. С нами шталончик. Где тюбинг двери один? Один? Да. А что, тебе два надо? Я один. Ну все. Я за вас. А, за нас? Он думает, это для него одного, что ли? Я, вас, да. Я с тобой буду кататься, папа, или с Мишей. А вот катаемся, ноги поднимаем. Горки скатился сразу в сторону. Ногами, руками по горке не царапает. Сразу вот тогда не ушел сразу в сторону. Да ну, вас подмешал. Инструкцию не провели. Всем не скажешь. Что, Миш, ты первый? Да. Ну давай. Тебя толкать надо? Ну да. Талончик. Он такой более легкий, вот это держать. Ну, как в тот раз ездили. Классно.
Как далеко уехали? Да? Спасибо.
пришли, пьем чай на природе, подкрепляясь. Катя, привет! Катя, что там, блинчик кушаешь? Раздельное питание. А Миша что там лопает? Миш, ты что там лопаешь? Покажи, где ты? Что отвернулся? Что, вкусное? Да! А, понятно. А ты будешь есть? На, пай. Что, у меня с днем рождения, да? Ага. Ммм, какая пицца вкусная. Ну ладно, всем пока. Там нету моих. Твой? Да. Буду сбежать. Дай, можешь попить. Пока. Ой. Пока.